ну вот социальная помощь. Например, у меня подруга приехала ко мне, когда я жила в Америке. Она приехала, она еврейка. Она пошла в организацию еврейскую. И ей сразу выдали, поскольку у нее не было никаких средств, жилье, мебель, посуду, постельные принадлежности, я не знаю, машину ей дали, все. Плюс ежемесячное пособие, на которое она жила, пока не устроилась на работу. Вот у нас этого нет. Вот я имею в виду социальную помощь на таком уровне, включая и пенсию, которая просто, ну, смешная пенсия для наших пенсионеров, которую они тратят только на квартплату. Все. Я не знаю, как они питаются, чем питаются, но это чудовищно, конечно. И, конечно, у нас на очень низком уровне медицинское обслуживание. Я имею в виду обслуживание бесплатное. Оно должно быть бесплатным для основной массы людей, потому что у них нет денег заплатить частным клиникам.